В Великом Новгороде сегодня начали готовить к ремонту одно из зданий, принадлежащих морскому центру капитана Ворухина. Наша съемочная группа зафиксировала процесс и уточнила, в чем причина. Совсем скоро новгородцы смогут любоваться открывающимися видами во время променадов по новой набережной. Чтобы не портить картину ветхим зданием, так называемым эллингом, которое принадлежит морскому центру капитана Ворухина, было решено отремонтировать техническое помещение. Как сообщили в центре, обычно здесь хранились шлюпки, паруса и станочный парк для ремонта судов. Аварийное здание нуждается в замене крыши. Ее уже начали разбирать. И реконструкции фасада. Для этих целей региональное министерство образования выделило средства. Ремонт должен быть закончен до конца 2021 года.